Коммунальные махинации. Дуки списывают деньги за работы, которые просто физически невозможно выполнить. Голая кирпичная стена. Не окрашенная, но если только нарисовали номер дома на нем, вот этот, я считаю, только покраской. Номер 7. Это покраска, я так думаю. Плюют просто вот нам в лицо. Просто с дома исчезают деньги. Мы когда посчитали по этому дому, у нас порядка 160 тысяч было списано в течение только одного года. Почему же правоохранительные органы в качестве аргумента для отказа в возбуждении уголовного дела используют те самые документы, о лживости которых и говорят жители? Об этом и не только в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.